Поисковое движение Смоленщины – значительный коллектив единомышленников в количестве более 70 отрядов. Движимые одной целью, они работают в разных районах области, находя артефакты и павших воинов родом со всей России. С 2005 года в рядах поисковиков стоит и десногорский отряд «Высота». Самое интересное, что мы подняли больше бойцов, чем у нас захоронено на кургане славы. У нас захоронено 1267 солдат. Мы в этом году перешагнули рубеж, у нас 1385. Эти достижения становятся частью общего успеха Смоленской областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг», куда входят все поисковые отряды Смоленщины. У каждого своя степень ответственности, своя, как сказать, ниша, ту, которую он заполняет в движении. Потому что само движение очень многогранное. И почему я говорю, что мы с Игорем Владимировичем, как сказать, по духу? Потому что надо всю работу систематизировать. После полученных подарков и поздравлений командир вручил благодарственные письма людям, с которыми отряд работал и продолжает работать на территории города Десногорска, а также отличительные знаки бойцам поискового отряда «Высота» по итогам работы, проведенной в 2019 году. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.